Добрый день, друзья! Сегодня хотел бы продолжить свой рассказ о возрождении съедобного каштана в нашей области. Так как я уже прежде говорил, что все деревья каштанов полностью или частично уже высохли на протяжении остальных 15 лет, я решил заняться этим вопросом. Для этого я уже собрал на тех каштанах, которые еще остались, плоды в прошлом году и высадил их под зиму. И вот уже такие в этом году у меня получились сходы деревья каштана съедобного. И с этой стороны еще 4 штучки. Я надеюсь, что получится возродить каштан съедобный, что это уже эти деревья будут стойкими к климатическим изменениям, которые произошли за последние 20 лет. Но время покажет. А кому понравилось видео, подписывайтесь и ставьте лайк. Всем пока-пока. До свидания.